Ой, как я испугалась. Тебе некого бояться в этом лесу, клянусь святым Кесбертом. Куда ты идешь? А мы с Кэт собрались в Ирисдаль. Там сегодня свадьба будет. А Кэт куда-то исчезла. Я могу проводить тебя до опушки леса, если хочешь. Проводи. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу.